С вами Рэй. Я решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения всем смотрящим данное видео. Это очередная серия летсплея по игре Kingdom, в которой я надеюсь, я не знаю, получится у меня или нет, но я крайне надеюсь, что у меня получится выполнить последнюю завершающую атаку и смести врага, смести его полностью не получится пока что. Смотрите, сколько людей у нас обездоленных, ограбленных монстрами. Видимо, все-таки не прошла у меня постройка, я не знаю. Да, постройка не случилась, нужно больше молотков. Хотя вот, молотки идут. Идут молотки. Так что набираем пока деньжат. Попутно набираем людей. Я не знаю, имеет ли это смысл сейчас, прям такой сверхглобальный, да? Набирать деньжат. Но надеюсь, что имеет. Надеюсь, что это... Что у нас получится прямо сейчас сделать контратаку. То есть вот сейчас достроят. Видимо, тут просто ходили лучники. Я так подозреваю. В чем... Ой-ой-ой-ой, сколько вас здесь. Давайте, давайте, давайте. Все в дом. Да. Как минимум флаг поставили. Так, что ж, этой ночью, к сожалению, не получится сделать атаку, потому что рыцари просто не придут сюда. Но я надеюсь, что у нас получится хотя бы сейчас снарядить нашу луковую гвардию. Что строителей я тоже возьму немножечко, пару строителей еще возьму. Людей просто у нас очень много. О, вот здесь, кстати, есть промежуточек, на котором можно покушать травки. Аккуратненько. Может, кто-то и сказал мне об этом, но я не увидел. Сейчас я это уже точно вижу, что можно. Вот. Значит, пару строителей я обещал взять. Давайте даже три возьму. Перевыполню план. Луков. Много. Много луков. Сейчас у нас просто идет глобальное пополнение слева. Опять же, ну это кто? Это не пополнение, это так обездоленные больше. Те, кто, да, были побиты с левой стороны, сейчас они придут сюда, я их хочу больше прям снарядить лучников. Давайте еще ребят. Прям, чтобы лучников было столько, что просто вообще. Так, полный кошелек есть. Можно идти. Можно идти смотреть, как сейчас разовьется ситуация с атакой. Никакой рейд я сейчас покупать не собираюсь. Я его знаю, что мои... Не рейд, а в смысле вот эта вот атака, которая сейчас на нас идет. Я более чем уверен, что наши ребята справятся. У меня есть такая уверенность, и, мне кажется, не зря. Строители, как минимум, в целости и в сохранности. А почему не зря? Потому что есть бешеное количество лучников. Я уверен, что сейчас мы сможем смело, как только выйдут люди, смело совершить карающее нападение на врагов. Давайте, ребята, просыпаемся. Просыпаемся. Смотрите, солнце уже встало. Пора, рыцари, давайте. Я в вас верю. Эх, ладно, возьмем человечка, где-то там был, я тебя видел. Он прям просился, уже стоял около меня. Ну! Давайте, подходим к флагу. В атаку, мои смелые, доблестные воины. Я с вами пойду. Я верю, что мы сможем одолеть этих врагов. Никаких серьезных прям укреплений не совершалось в этой серии. В этом, вернее, не в этом серии, а в этом сезоне Кингдома. И мне кажется, я просто чувствую, что успех у нас прям вот... Он уже вот здесь, прям... Одного дня, я думаю... Ну, давайте на всякий случай два дня, мало ли, мы будем эти два дня. Я, конечно, не верю в это.
Я думаю, что что наши рыцари дойдут гораздо быстрее, но тем не менее мы можем... То есть никакой сверхобороны, да, никакого сверхглубокого сельского хозяйства не делал. И тем не менее результат, вот он есть. И результат в том, что нужно немножечко, скажем так, не уходить в оборону, как я обычно привык во всех играх. Да, я очень часто сначала иду просто в жесткую оборону, а потом что-то остальное. В этот раз я поступил иначе, ну, потому что я понял, что можно иначе. Можно иначе, если не уничтожать свои лагеря раньше времени, то можно и иначе поступать. Что ж, первый рейд все-таки сейчас чувствую будет, и мне придется его купить. Да. Частично купить. Давайте, я хочу по максимуму, чтобы рейд был куплен. Я вижу, как плохо, потому что они нападают. Самое опасное, на самом деле, не вот это, то, что сейчас мы видим. Это еще наши рыцари как-нибудь да вытерпят. Хотя вот одного рыцаря сломили. Вот это вот гад. А ну за мной, гад. За мной. Ой, зажали, как мне нехорошо они. Так, за мной, чтобы им просто простреляли им спину всем. Нападаем только одним рыцарем и только одним полком. Это плохо. Это очень плохо, ребята. Это получается, на самом деле, провал. Провал атаки. То есть надо все-таки, получается, двигаться дальше. Так, пошли. Пошли. Да, посмотрим. Только один полк нападает. Этого я, естественно, мало для толковой атаки. Что ж, попробуем успеть нанять еще одного рыцаря, но, по-моему, завалилась атака. Надо было больше денег разбросать сразу, тогда, может, прокатило. И нужно, получается, все-таки экспансию. Да, несмотря ни на что, вот это вот дело надо сносить. Надо ближе к порталу, чувствую. Просто слишком долго идут наши рыцари. И даже наша финансовая помощь, как видите, не помогла. Хотя и вот, опять же, возможно, атака была бы более хорошо 28-й день, да? Более хорошо бы могли бы ее отстоять, если бы у нас было бы больше, скажем так, денег у рыцарей. Но этот спорный момент, я, честно говоря, сколько не наблюдал, я не увидел, чтобы рыцарь, накачанный деньгами, как-то держался бы дольше, чем рыцарь, не накачанный деньгами. Как по мне, по-моему, ситуация выглядела абсолютно идентично, ничего сильно не менялось. Но опять же, это мое такое субъективное ощущение, возможно, ничего общего не имеющее с реалиями этой игры. Возможно, действительно, проблема-то в этом есть. И зерно истины, возможно, в этом тоже есть. Так, больше луков. И, опять же, мне надо больше строителей все-таки. Хотя чувствую, конечно, справа там деньжат не могло присыпать, не слабо. Но я сейчас не пойду туда. Думаю, строителей мне на самом деле тоже хватит. Что-то мне подсказывает, что строителей тоже достаточно. Они просто будут очень долго идти. Вот это проблема. Проблема не в том, что мало там будет строителей. Проблема в том, что они просто будут идти. К сожалению, опять же, они не позиционируются, как я ожидал, как мне показалось в одной серии, что они позиционируются рядом с катапультой и стоят. Нет, абсолютно нет. Они просто сейчас вот идут, например, потому что катапульту нужно просто зарядить. А на ночь они не становятся рядом с катапультой, как мне показалось в одной из серий, в одном из эпизодов. Это все оказалось не так. Да, мы снесли очередной лагерь. И мы двинемся даже дальше. Мы пойдем еще дальше. Мы пойдем гораздо дальше. Потому что нам надо. Нам надо двигаться очень далеко, прям вглубь врага. Сносить все это хозяйство чертовой бабушки. Чтобы наши рыцари просто успели вовремя дойти. Они шли, черти, за сколько земель. О, тут у нас даже лучник где-то шлялся. Чтобы хотя бы вот отсюда, я не знаю, вот отсюда еще куда ни шло, да, еще хоть какой-то шанс того, что... А, кстати, да, из нашей, видимо, толпы. А вы что тут делаете? Вы как?
Не? Не пора ли нам? Эх, а получается, что там где-то еще идет и этот. И... как-то ранен, честно говоря. Там еще и получается гигант идет следом. Все? Нет, еще не все, минать еще. Ну, купили мы вас всех. Да, идут уже вот эти вот. Урлопаны. Так. Тем не менее, я буду сейчас кайтить. Так, давайте. Собрались. Вместе. Вместе, я сказал, собрались. Нет, совсем вместе собрались. Прям совсем вот. И давайте за мной. За мной, друзья, товарищи. Я вас проведу в чудные места. Есть где посмотреть на различные красивые вещи. На прелесть леса, на творение скульптурное. Смотрите, мы сейчас проходим около богини Афродиты. Она стреляет, помогает стрелять лучникам, да, и уничтожать вас. А вот здесь, кстати говоря, очень прекрасное, чудное место, где вы можете увидеть лучи солнца. Это... очень прекрасная вещь, это такое впечатляющее зрелище, от которого вы будете просто поражены им, ослеплены. Это действительно очень красивое зрелище. Ну-ка, посмотрим. Ну уже, ребята, я ожидал... ой-ой-ой, большего, давайте. На восход, посмотрите, смотрите, как сияет солнце, ну. Смотрите, ребят, сияет солнце, ну. А что это не умирает, Они должны от солнца сдохнуть. Твари. Ой, как я не вовремя сюда зашел. Так, солнце их должно убивать. Я точно помню, что солнце их уничтожало. Не уничтожает, кстати. А, вот, вот, скисли. Скисли, гады. Ну и это дало возможность все-таки моим строителям пройти чуть дальше. В экспансии, да, прям супер экспансия нас ожидает. Так. Дальше, дальше, дальше. Имеет ли смысл прям дальше? Имеет, смотрите, здесь есть. Здесь есть за что зацепиться. Видите, здесь холмик есть. А холмик это означает, что мы сможем здесь все-таки построиться. Мы сможем построиться и сможем продвинуться гораздо дальше. А давайте прям вот так. И это снесет еще дальше холмик у нас. Мы прям здесь сможем поставить. Все. Только главное, чтобы строители дошли. Пойдем запасемся деньгами. Будем подкупать врага. Так, кстати, какой день там? Ой-ой-ой. 29-й день. Это немножко печально. Так, обездоленных нет. Есть только радостные, богатые население. Порой очень богатая. Так, я заберу немножечко, остальное забирайте себе. Да, мне придется даже некоторое количество выкинуть. Так, и конечно же, да, помочь строителям выстоять. Если вдруг пойдет опять слишком ранняя атака, я должен суметь им дать возможность... Так, какого черта, действительно слишком ранняя атака. Давайте, давайте. Деньги, 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 дреби деньги. Прям солим, покупаем. Так, и походу... строители все-таки мне смели. Гады. И опять начинается вот это вот. Пошли, пошли тут лучники вниз. Хотя бы до лучников доведем, и около них уже будем. Водить. Вот, твари. За мной. По-моему, сейчас они смотрят строителя. А может и нет. Может и получится все. Очень тяжело срубается все. Так, 39-я ночь, кстати говоря. Нужно быть очень аккуратным.
Сейчас я слишком близко к порталу подойду. Что-то как-то строители, кстати, прошли мимо деревьев и дальние почему-то. Что-то их как-то убедило их ходить. Ладно, будем тусоваться около портала тогда. Нам главное выстоять 30-ю ночь. И да, к сожалению, получается, у меня не получилось, как я... Да, 30-й день начался, не получилось. В отличие от того, что я бы хотел продержаться и пройти, уничтожить последний портал, не получилось. Как бы мне не хотелось. Последняя монетка. Так, ну мне придется их еще немножко покайтить, а потом просто драпать, я не знаю. Кстати, интересно, когда льет дождь, они исчезнут? Или нет? Смотрите-ка, лес-то исчез. Исчез лес. Мои строители все-таки справились. Мои строители все-таки справились. Успеет ли? Так. Нет, ребята, эту ночь я все-таки выстою в замке. Мне надо выстоять эту ночь в замке. Потери будут громадными, потому что куча народа, у меня будет шляться черти где. Я более чем уверен. Особенно охотники, они очень далеко ходят. Вот они, пошли. Умирать пошли на самом деле, я так скажу. Ладно, хотя бы деньги. Эти ребята пошли умирать, они не пошли побеждать. Они умрут этой ночью. Ну как умрут? Они потеряют, растеряют все свое оружие и станут бездомными. Но тем не менее, мы снабдим сейчас как, все равно луками нас как можно больше. У нас будут большие потери, опять же, людей, потому что у нас сейчас будут, опять же, сейчас монстры атаковать, летающие, противные, гадкие монстры. И да, эта серия тоже может оказаться последней, к сожалению. То есть, ну не в том аспекте, которым бы я хотел, а именно, что у меня сейчас будет много-много людей, там, много воинов. А в том аспекте, что меня просто сметут, например. Поэтому я найму еще лучников, еще людей возьму себе. Да, денежки мне понадобятся. С правой стороны, конечно же, прекрасно, все спокойно. Да, и не работает, не работает вообще ни разу, смотрите. Видите? Вау! 7 FPS было только что. От такого бешеного количества бабла рассыпаем его, заберите с меня, не надо мне столько. Вот это напас денежный. Охотники решили таки разгрузиться. Так, тут был человек. Да, справа сейчас абсолютно вообще, абсолютно безопасно. Поэтому тут можно спокойно ходить, гулять там. А вот слева сейчас нас атакуют, я более чем уверен. Возможно, там все сейчас печально. Я, честно говоря, подозреваю, что фермерского хозяйства у меня уже не будет. Но меня это не сильно интересует, если честно. Потому что меня более интересует сейчас продвижение экспансии именно в левую сторону. Более такая серьезная, прям. Наисерьезнейшая экспансия в левую сторону. Для чего? Чтобы я смог... Ну-ка. Да. 31-й день уже начался, а сейвинса... Сохраниться мы не можем. Это означает, что да, у нас сейчас там просто продолжается месиво, весело. Да. Ну что, ребят, вам эти деньги пригодятся, когда на вас попрет волна с правой стороны. Я надеюсь, что все-таки они дают какие-то хиты именно людям. Эти денежки, что они хоть как-то их защищают. Так, еще поесть травки. Муравки. Что ж, давайте в этот раз мы все-таки глянем, что происходит с левой стороны. Как минимум я вижу, что рыцари на месте. Вот это я как минимум вижу.
Так что, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Мы выставили еще раз 30-ю ночь, и я надеюсь, что в этот раз у меня получится завершить начатое и атаковать, контратаковать последний раз, атаковать в следующей серии. Пока-пока, счастья вашему дому, до следующих эпизодов. Понравилось видео, не будь редиской, поставь лайк и оформи подписку.